Губернатор Роман Старовойт посетил в Дмитриевском районе строящийся молочный комплекс группы компаний «Агропромкомплектация». С руководством компании подписан протокол к соглашению о сотрудничестве. Новый молочный комплекс в 5 километрах от Дмитриева вырос всего за 10 месяцев. Полностью завершить строительство планируют в июне. Но уже сейчас готовые участки поэтапно вводят в эксплуатацию. Родильное отделение, доильные залы, помещения для содержания поголовья. Заселили первую партию буренок – 3500. Сегодня здесь трудятся 104 специалиста. Будет вдвое больше. Создание для них комфортных условий предусмотрено соглашением о сотрудничестве. Они уже приобрели земельный участок в Железногорском районе, где будет построен, по сути, мини-город, поселок, где будет располагаться 400, порядка 400 коттеджей. Мы сейчас проговорили, там будет детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазин. Уже подготовлена, направлена заявка в Министерство сельского хозяйства на финансирование части этого проекта за счет средств федерального бюджета. Область возьмет на себя инженерную подготовку участка, подведение электричества, газа, воды, строительство автодороги. Новый комплекс будет крупнейшим производителем молока в регионе. И это не единственный инвестпроект агропромкомплектации, реализуемый в области. Вот мы сегодня находимся на молочном комплексе на 12 тысяч поголовья, которые, в общем-то, ежедневно будет выдавать 180 тонн молока. И такой же комплекс, но он смешанный молочный, который будет надавать 60 тонн молока в сутки, и откормочник на 3600 поголовья. Тоже такой серьезный, грандиозный проект. Мы за этот год вложили инвестиции в увеличение мясопереработки почти 3 миллиарда. В результате реконструкции мясохладобойни в селе Ленец вдвое увеличится объем глубокой переработки и экспорт, в том числе в Китай и Вьетнам. Всего в этом году компания собирается инвестировать в экономику региона более 34 миллиардов рублей. Елена Сопи, Александр Азаров, Вести, Курск.